Объединились для помощи бойцам спецоперации. На базе 4-й городской библиотеки «Всходней» организовано волонтерское сообщество. Сегодня в нем более 40 человек. Это люди разных возрастов и профессий, которые вкладывают частичку себя и своей души в помощь участникам спецоперации. На торжественной церемонии в честь годовщины со дня образования штаба лучших волонтеров отметили почетными наградами. Мы – это надежный и верный тыл для тех ребят, которым нужна поддержка. Нас объединяет доброта, патриотизм, желание принести пользу стране и поддержать ребят в зоне СВО. Каждый человек в нашем штабе – это маленькая частичка, которая помогает друг другу, объединяя нас в большое общее дело. Волонтеры регулярно собирают гуманитарную помощь с предметами первой необходимости. А еще плетут маскировочные сети, шьют носки и вяжут нашлемники, собирают медикаменты. Химчане очень активно поддерживают наших ребят, наших воинов. Те, кто проходит службу в зоне специальной военной операции, а также жители присоединившихся территорий. Основу этой деятельности, конечно, составляют общественные наши волонтерские движения. Они действуют в каждом микрорайоне. Мы очень рады, что наши жители объединяются. Неравнодушных жителей городского округа, которые хотят стать частью одного общего дела, становится все больше и больше. Так, с начала специальной военной операции химчане собрали и отправили бойцам на фронт более 300 тонн гуманитарной помощи. Волонтеры помогают и жителям новых присоединенных территорий. Анастасия Кравцовская, Вильфред Дембковский, новости Химки ТВ.